саженцы дерева сад, 2, 3, 3, 4 литка, груша 2 сорта память Жигалова десертная росошанская, удивительное достижение селекционеров, которые на одно дерево привили сразу 2 сорта груш. Память Жигалова плодоносит крупными плодами, вес которых достигает 200 граммов. Они обладают тонким ароматом, сочной мякотью и слегка терпким кисловато-сладким вкусом. Сорт десертная росошанская относится к осенним. Также приносит достаточно большие плоды с очень сочной бело-кремовой мякотью с легким ароматом. Вкус груш характеризуется как сладкий с небольшой кислинкой. Оба сорта отлично зимуют и устойчивы к заболеваниям. Дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, груша 2 сорта память Жигалова. Десертная росошанская – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Груша прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола дерева сад, 2, 3, 3, 4 литка, груша 2 сорта память Жигалова, десертная росошанская можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения, среднерослый. В качестве места выращивания груши прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает дерево сад, 2, 3, 3, 4 литка, груша 2 сорта память Жигалова, десертная росошанская в месяц май. Интересные цветы груши могут быть до 2 см. Лист этого прекрасного растения по форме заостренно-овальный. Дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, груша 2 сорта память Жигалова, десертная росошанская имеет позднеосенний срок созревания. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, груша 2 сорта память Жигалова, десертная росошанская, самоплодный, обои полый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.